Всем привет! В Cow Salon Division мы верим в то, что нужно делать то, что правильно, а не то, что легко. У меня есть для вас видео, в котором объясняется, почему мы используем пластиковые воздушные подушки в качестве наполнителей в наших упаковочных коробках вместо переработанной бумаги. Давайте посмотрим видео вместе. Привет, это снова я, Эльма. Каждый день мы отправляем тысячи товаров нашим салонам-партнерам по всему миру. Конечно же, они ожидают, что их заказы будут доставлены вовремя и неповрежденными. В Cow мы хотим обеспечить безопасную и эффективную транспортировку. И, конечно же, хотим использовать упаковочные материалы, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Что выбрать в Cow? Пластиковые воздушные подушки или переработанную бумагу? Что лучше защищает продукцию, а что оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду? Давайте посчитаем. Для одной транспортной коробки требуется либо 14 граммов воздушных подушек, либо 130 граммов переработанной бумаги. За один год это составляет до 10 тысяч килограммов воздушных подушек или более 100 тысяч килограммов бумаги. Все материалы должны быть доставлены на наш склад. Разница в весе упаковочных материалов составляет 91 500 килограммов и приравнивается к количеству CO2 в 3500 деревьев или количеству выбросов автомобиля, проехавшего 488 тысяч километров. Воздушные подушки состоят на 99% из воздуха и всего на 1% из пластика. Они на 50% сделаны из переработанного пластика. Они многоразовые и полностью пригодны для вторичной переработки. Выбор Cow очевиден — воздушные подушки. У них лучший экологический баланс и меньший углеродный след. Спасибо за просмотр нашего видео об экологически чистой транспортировке товаров, делающей мир немного лучше. Знание — это ключ к правильному выбору. Поэтому мы продолжим знакомить вас с тематикой устойчивого развития в наших видеороликах. Если вы хотите узнать больше, посетите наш веб-сайт.